Опа, вот он магазин. Я почему-то все время, ну, магазин путаю с этим, зеленой погрузкой. Типа туда, раз захуярят. А где мой трактор на самом деле? Не прям же воду заезжать. Сельхозтехника, ну же, родненькая. Все, поехали домой. Рукулеса. Мы не чекали рукулесы. Для этого надо очень много техники и денег. Мы сейчас занимаемся пока что вот. Что мы там? Солому вот это. Канолу мы сажаем. Канолу. Первого лица. Ну, от первого лица как-то я без разницы уже. Я привык. Так, так. Рабочее положение. Ну, еще не надо. О, работяги стоят. Там созрело уже на том поле. Отлично. Давайте с этого попробуем. Так, рабочее положение. Оп. Опа. О. Вау. Вау. Они все мои. Ну, вот это тоже мой. Давай, давай, давай. Оп. Какой крайгазм! Вот скажите, что может быть круче? Вон еще два там, да? Но это последний слот. Куда только выгрузить его? О-о-о! Все. Мы все собрали. Куда бы тебя загрузить? Туда я вижу, на карте вот нарисованы вроде бы они. Тюки. Вот, вот, вот. И теперь сюда можно тебя загрузить? Выгрузить. Или это не сюда? Нет, я надеюсь, сюда. Или это не сюда? Хуй его знает. Пожалуйста, перестань! Отменить! Отмена операции! Отменить! Что-то я подумал, оно через дорогу. Вот сюда. Это было как неизбежно. Я нажимал отмену сразу же. Мне стало интересно, как оно произойдет. Тополя. Выгрузить. Я не знаю. Давайте попробуем просто на похуй выкинуть их. Атакуем! Я не знаю, прям сюда, да? Разгрузить здесь. Плюс 369 с каждого. Неплохо. Неплохо. Бля, что случилось? Я застрял. Так, опустить платформу. Да? О боже мой, дни! Все нормально. Как же овечки. Потом, ребята, у нас еще есть. И они ездят немножко другой. Блять, я застрял. Сейчас она соберется. Блять. Так, сейчас. Оп, мы его вытолкаем. И оденем. То, что это дерево немножко забагало мне эту хуйню.
Ну и еще соберем оставшиеся, там меньше. 8. Собираем. Давайте на ходу прям. Блять, 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 не так. Отмена. Мне так нравится в этой игре ездить по всяким хуйням. Она так забавно подкидывает машины. Оп. Тут физика в 40 раз лучше новой батлы. Хадзима, спасибо за донейшн. Ну, в батле есть свои прелести этой, блядь, физики. Например, можно просто на похуй улететь куда-то в небо. А сюда вообще никуда не закинуло, ничего не взорвалось. 100% бы батле танк взорвался, отвечаю. Ладно, что мы будем делать с этими тюками? Пусть пока здесь постоят, потому что вдруг мы сможем им покормить кого-то. Не знаю, работяг наших, вот, Александра и Максима Свинопасова. Впрочем, что, вроде бы все вспахано. Бля, я, наверное... А-за-за-за-за. Оставил следы. Мне интересно, они исчезнут или нет? Я надеюсь, все не исчезнут. Четвертый тюк? Я не вижу четвертого. Не солома, говорит Александр. Александр, ты просто не работал с нами. Всему свое время. Ладно, что делает вот это? Это сеялка, правильно? Поля удобряем? Конечно. Ща. Надо взять теперь удобрение. Это сеялка, да, я понял. Противовес, ого, это для чего надо, что... На какой-то трактор, допустим. Если какое-то оборудование огромное, охренеть. Даже противовес в этой игре, ого-го-го. Сено переворачивает скошенную крову, чтобы быстрее сохло. Ух ты. Прикольно. Разное, кстати, здесь у нас... Различные жидкости, вернуть землю в исходное состояние. А, ну, понятно. Распределение удобрений, навозоразбрасыватели. Вот это, да, нам надо? Навозоразбрасыватель. Самый дешевый. Я правильно думаю? Или какие-то еще посмотреть? Ну, я думаю, да. Потому что распределение для чего это? Позволяет улучшить плодородность. Но это для трактора. Нет навоза. Мы его купим. Нет? Он не продается разве? Он не продается? Его можно купить где-то там. Я не помню. Где мне по-другому взять ваш навоз, чат? Давайте проверим, что точно. Опрыскиватель. Говорят, опрыскиватель. Давайте глянем, что там, что там. Распределение, опрыскивать. Я смотрю, половина так думает, половина так. Никто сам не знает, но сейчас решим. Лес заготовок, все накосилки, плуги. Блин, даже не знаю, где оно уже. Я все тираю. Вот, опрыскиватели. Дополнительные цистерны. Объем увеличивает собираемого урожая. Вот слишком. Они слишком дорогие. Вот это вот еще более-менее. Но я не знаю, вот 15 метров разброс. Митяй! Йо! Я пришел. Свинопасов, слышь, короче, мы тюки уже собрали, я продал их. Я понял. Почем ушли? По 369 за штуку. У нас их было что, разве по 8 много? На этот. Не, не очень много, но надо в следующий раз будет все сено тогда собирать. Мы ж дохрена его раскидали. Распределение удобрения, вот мне говорят. Сейчас мы удобрения смотрим.
Так, мне нужно выйти из игры и зайти в игру. Давай. Пароля нет пока, да? О. В Европе или где ты? В Европе. Но я не знаю, сколько людей. На 4 человека сервак? Да. Взять самый дешевый удобрятель или... Наверное, а ну-ка, стойте. 3 косаря за этот, а за этот 693. Ну я могу 3 косаря, думаю, мы отдадим, чтобы... Чё-то я не вижу сервак, как называется? Не помню, вроде бы трактор. Трактор, да. Можно сделать подороже, потому что... Да, потому что он в 2 раза шире раскидывает у него. Не надо будет постоянно ездить, в 2 раза меньше этих ходок. А что там, сколько у нас денег сейчас? Я смотрю, все меньше и меньше. 13к. 14 почти. Ты банку отдал? Неа. Если мы возьмем дешевую фишку, то видите, у нее радиус 12 метров. Это в 2 раза больше ходок. Кто это будет делать, он заебется. Зашел. Я просто думаю о людях, которые это будут делать. Максимальное число игроков, что там? Ты зашел за меня, да за меня? Максимальное число игроков. Я вышел, кто-то зашел, походу. Кто-то зашел? Ну, проверь. Сейчас, секунду. Шус, мы заботимся о работягах? Просто я могу взять за косарь и сэкономить 2. Чтобы работягам меньше работать. Не. Мы не думаем о работягах вообще? Не, дорого. Бери что дешевое. Я вот просто подумал, ну, блин, бедняга. Ожидание ответа от администратора у меня. Сейчас я подтвержу, да, вот. Бери дешевую, ясен хуй дешевую. Ну, тогда Николай или кто тогда поедет? Начать. О, зашел, нормально. На чем? Зачем нужно съездить, скажи? Я еду за удобрялкой. Ее на тракторе надо брать? Да, я уже еду. Вот так вот дума для людей. Комбайн? Ну вот только спахали. Только в... Не, я не знаю, кстати, вроде сажали, спроси у пары. Я забирал там трактор. Я тут вижу еще одно поле непаханное просто целиком. Да, справа там зашло. Надо его тоже собирать будет. Так, ну я займусь пока. Займись. Блять, не туда поехал, серьезно. Ёбаный стыд, почему я еду туда? Я даже карту не открывал. Комбайн, включить комбайн. Я даже карту не открывал, чат. Я даже карту. Смотрю, я просто еду. Привет, Максим. Привет. Меня почему-то тянет туда. Слышь, я вроде пашу, а вроде оно и не идет. Может, это не наше? Или ты неправильно пашешь? Ну как, я... Он внизу. А может, блин, надо тебе открыть какую-то, не знаю, жаслонку? А, 14-е, 19-е наше поле. Это не наше поле. Чужое наше... хочешь забрать? Блядь. Да, я планировал как-то. А где 14-е, 19-е? А, оно выше. Все. Это у нас всего 2. Шус, поехали наверх. А это не 23-е, это не наше, что ли? Не, у нас всего 2 поля, представляешь? Его покупать надо. А посмотри, сколько стоит. Поле? Сейчас гляну. А вот наше, не вспаханное, нихуя не посаженное. Эх, придется столько работать им. Но оно большое. Я могу... Блин, ну ты на тракторе поехал? Нахуй ты на тракторе поехал? Ну, взять для удобрения, нам надо... не. Ой, что туда, блядь, я думал сломаю. А может, без удобрения не взойдёшь, что ли? Как в GTA. Ну, больше будет урожая. Я что-то привык, что эти хуи ломаются. Челик предлагает... Это владеет Стивен Белл, фермер. Написано, что он нас ненавидит, и он продаст это поле за 349 тысяч евро. И 920 евро еще. Блядь, мне придется переплывать. И у него фотография есть. Красивый? Блять, такой мудак, старый дед такой, держит соломинку в руках. Написано, что отношение к нам ненависть. Ебо, а чё она ненавидит, что мы сделали? Хуй знает, блядь. Может, ещё пытались урожай спиздить? Возможно, блять. А он молился, ему не смогли. Может, ему ебало скрыть, он не думаешь? А чем мы сеем, кстати, зерно? А мы канолу. Или чем? Меня интересует, чем мы будем около этой, около его поля с другой стороны там шус есть. С дальней там стоит у нас сеялка. Наша 14-е, 19-е, да? Но они у нас уже паханые, я вижу. Бля, одевайся, а чё оно не собирается? Цепляйся! Во. А теперь надо найти, где можно купить удобрение. Да не его это яйца.
Где реализм, почему нельзя пиздить солому? И знаешь, менты сразу такие подъезжают, дубинками пиздят. Даже знаки есть, блин. Охренеть. Игра года. Радио, а вы не слышно? Оно есть. Я могу делать громче, но... Может, ребят, будет хуже. Оно так на фоне было еле-еле. Хорошо, все, я подъехал. Где взять теперь удобрение? Может, тут здесь? Но здесь семена. Стройки... Стройки, справка. Обзор карты. Удобрение. Может, его купить где-то можно? Найди мешки. Сюда точно нельзя. Где еще может быть? Ну вот так руки прям, смотрите, молятся. Значит, не здесь. Семена. Нуп. Синяя рамка справа, оно. Господи. Синяя рамка справа. Вот. Вот это что? Или это не на карте? Все, я понял. Все-таки сюда прям заехать надо. Наполнить. Ебать, чат, спасибо. Как деньги тратятся? Какое дорогое дерьмо. Давайте на 70% посмотрим. Охуеть. Слишком дорого. 903 бакса на 70%. Максим, что ты делаешь? Да, слушаю. Да, тут... Тебе удобрение может тоже тогда закинуть? Опиум для народа. А, ну тут спахивать надо еще. Я понял. Спашу, скажи, что? Ну, поле второе, которого ты стоишь, не? Оно разве не паханое? Разве половина не паханая? Паханое. Да паханое оно, по-моему, все. 14-я, которая, да? 14-я паханая уже. Да? Ну, хорошо. Смысл в том, что нам нужно засеивать. Я не знаю, как правильно. Давай посмотрим в справке, как это делают, засеивать. Или ты уже знаешь? Ну, я вот опрыскиваю. Бля, я так опрыскиваю. Спашка. Прежде чем засеивать поле, спашите. Спахали. Посев. Посеять семена можно с помощью сеялки. Загрузите машину с семенами на трактор. Понял? Ага. В поддона. Поддон с семенами вы всегда найдете возле своего дома. Но в магазине можно купить дополнительно. Существуют такие селяки и там тыры-пыры. Ну все сей. Смотри, какая мульга. Я опрыскиваю этим удобрением. Удобрениями? Да. Неплохо. Саня, дай поработать. Я могу еще один взять трактор в аренду, он дорогой, поэтому СПС. Не буду. Слушайте, ну оно не так быстро тратится, как я думал, поэтому нормально. Вот скоро уже половина поля, не совсем скоро. Подожди, это что? Блять, Саня, это непонятно. Саня сеет, походу, здесь. Ну-ка, включить сеялку. Ты не там сеешь. Сей с другой стороны. Ты чё? В смысле, почему? А удобрение? А удобрение? С другой стороны сеять надо? Ну, я удобрение здесь, я не знаю. Поверх же удобрение сеять, не? Вообще сначала надо, Дима, засеять, а потом удобрение. Ну, хуй знает, я обрабатываю нормально. Я не так, как делал Саня изначально. Ну, здесь поле меняется, поэтому, блядь, чуть Саню не сбил, представляешь? Бедный. Как бы Саню убили. Ну, ладно, я надеюсь, тоже тогда здесь буду хуярить. За мной сей. Я просто... А изначально длится время посевов, время не ускорять, иначе сюжет, время не есть одновременно зреет.
Саня Рофлит. Удобрение полей сколько? В смысле? Сколько стоит? Я не знаю. Ну, время 5x. Если ты об этом. 5x, напиши ему. Сейчас я тут веду просто, у меня удобрение тратится. Одну секунду. На два поля. Да, примерно так хватит. Даже больше, кажется. Два, я пока засею пшеницу, если что. Так может быть. Ты удобряешь моё, что ли? Ну, ну то, да. Что нихуя, ты, у тебя такой широкий спектр. Ну да, а там в два раза больше было, представляешь? Я думал, здесь так себе, а тут оказывается охуеть. Он охуенно большой. Нам бы сел купить же тогда. Но мы, конечно, и на это сможем пропахать все. Сначала удобряют, потом все это... Ну, у всех разные техники, кто-то удобряет, потом все это удобряет, какая разница. Но мы вроде бы удобрение это распыляем для... Ты бы, Дим, подождал? Пойди покури, пока я сею. Да, нормально, я обработаю землю, мне кажется, все будет ок. Сука, ты видишь, чем мы с тобой занимаемся? Ладно, стыд. Мне кажется, все-таки я должен сначала обшикать, а потом ты поверх, потому что я нихуя не делаю, да? Твоей. Да похуй, и так пойдет. Ну, давай сейчас объеду, и ты за мной. Ну, нихуя не меняется просто. Прикинаешь, слепост. Ну, я тебе поверю, радио так. Ну, что тебе сказали? Что сначала удобряют, потом... Сначала сеют. Удобряют? Потом сеют. Я думаю, по-разному делают. И, ну, здесь просто, когда ты, я еду, удобряю, тогда меняется цвет земли. А когда ты едешь поверх моего, нихуя не происходит. А наоборот происходит. Поэтому, Саня там катается на пикапе. Ну, короче, уже земля обработанная, ты в него уже закидываешь. Пойду я, наверное, еще накидаю немножко. Как? Здесь я не достал. Бензин деньги стоит. Да, да, все деньги есть. Стоит. Но мы уже с тобой без шансов вернуть эту игру, да? А сколько? А что? Ты уже все не хочешь? Но мы же будем играть в нее. Ну уже 112 минут. Будем. Не, я просто, блядь, я думаю, что эта игра стоит. Не, на самом деле она стоит дороже. Если бы она была дешевле, это было бы 10 да, из 10. Да, было бы вообще найса. Но она мне такой подходит. Пойду второе поле обработаю. Давай. Лалес, спасибо за донейшн. Ну откройте пару слотов, работать охота. Я тебя огорчу. Говорит, откройте пару слотов, работать хотят ребята. Но я огорчу, ты зайдешь и ты не сможешь работать, ты будешь в панике. У нас не на чем сейчас работать, не на чем. Огорчен. Мы бы и рады. На самом деле, блядь, нам бы еще какой-нибудь хуёвый трактор еще. Я могу, но он 6к стоит, это половина наших денег самый хуёвый. Да нет, не надо. Я могу взять в кредит, кстати. В кредит? Угу. Ну а что, вариант? Один раз кредит взять и... Плохо, и что мультиплеер не за задание выполняет. А еще и задания какие-то, что ли, да? Наверное, типа посеять речку, что-то такое. Бля, это было бы еще круче. Да тут сэндбокс, в принципе, неплохой. Как смотрит, любуется моим навозом. Хочешь посеять, кстати? Ты уже сеял? Не. Значит, половину поля можем поменяться. Но здесь тоже увлекательно, навоз распрыскиваете прям. Понял. Главное выключить его вовремя, чтобы не распрыскивать. Да, я тоже выключаю вовремя. Блин, сеяло бы какой-нибудь тоже широкого спектра и вообще. Давай следующую купим сеялку нормальную. Не, ну не совсем. Я не об этом. Я хочу сказать, что надо будет скорее купить не хорошие сейлы, а еще один трактор с хуевыми сейлами, понял? А, ну да. Чтобы работягам было место. Мы должны обеспечивать рабочие места. Ну да.
Не, ну я в принципе могу открыть и дать трактор все-таки. Я не думаю, что у нас все будет так хуево, если мы возьмем кредит. У нас скотину, все равно скотину пока не закупали, да? Не, дорогая. И для нее надо ну, еда и прочее. Ну да. А вы с эти сено поехали продали, да? Сено, не, еще есть просто. 3 штуки. А зачем вы его оставили? Мало ли, типа, что пригодится? Ну, я поставил пока что, пусть будет. А если я пробую вот так вот инстантно развернуться и просто поехать уже? О, like a man, like a boss. Экономные удобрения. Да, нормально, нормально, нормально. Музыка кайфовая. Там на пару долларов всего оно выплескивается, но мне удобнее. Я продам один тюк, и по сути этот тюк компенсирует мне все удобрения. Ну, которые я потерял. Один тюк? На что ты продашь? Ну, допустим, продам один тюк, и этот тюк компенсирует весь приебанный навоз, который улетел в стороны. Я как бы, да, у меня он приебывается в разные стороны, но это как можно эффективнее, чтобы каждая, прям, каждая точечка чтобы была обработана. Все удовлетворилось. Да. Это будет намного выгоднее, потому что если... Бля, нужно трактор помыть будет потом, помыть? Если есть такая возможность. В речку можно его опустить, писали. Он помоется, да? Не знаю, я могу заехать. Да ты колесиком назад отдалял, Дим? Ну да. Мне удобнее, когда близко. Ну чё? Ты ещё не вся? Я бы тебе, знаешь, только сказал? Начал? Да ты ещё, в смысле только ну, начал? Ну когда я, вот это место, потому что оно я же было... Я уже заканчиваю. Вон, посмотри, справа то, что ты удобрил, а вот это вот ты ещё не удобрял. Не, просто когда удержал, вроде бы... Цвет-то отличается, блядь. Справа-то цвет поприятнее. Да, слушай, рили. Это рили приятнее. А ну дай пробуем ещё раз. А ну как тебе меняется, смотри. Ну ничего, да. Я еще раз поезжу, мне нравится удобрять, я прям чувствую. У нас оно будет настолько удобрено, что, сука... А ведь я тебе говорил, оно... что удобрять лучше потом. Ну, видишь. Сначала почва вскапывается, потом засеивается хуйня, потом, чтобы семена имели питательные вещества, какахами забрасываешь. Все. А мы не только забросали какахами, мы еще и перец, чтобы там питательные вещества уже ждали наши вот эти зернышки. Возможно, ты прав, да. Эти зернышки туда ложатся, там уже какахи такие. Бля, Евгений, сколько эта хуйня расти будет-то? Ну, не знаю, я могу время ускорить. Не, не надо. Я повелитель времени, меня так называют. Давай лучше пока у соседа зерно спиздим. Зерно спиздим? Ну, давай. Ну, ночью вообще надо делать это. А ночь вообще бывает? Уже была одна ночь, да? Ну, 15:35 еще не было. Ну, время ждет. Так это первый день мы с тобой работаем, ну, да. Что ли? Ебать, да ладно, мы уже все успели за один день. Ну, время сидит долго. Вроде бы минуты к минуте, не? А ну 15:36, давай посмотрим. Бля, мы в этой игре работаем как команда, понимаешь? Да? Просто давай, я жду. Просто надо будет следующий next level блоги будут, знаешь, какие, как мы с тобой едем на настоящую ферму и работаем. И все... Только ты сейчас подожди, не трать удобрения. Да-да-да, я подожду, когда ты несколько раз придешь. Да. И прям с гопрохами, понял? И стримим с гопрохами, как мы делаем то же самое. Копаем, только у нас не тракторы там, а лопаты и грабли. Бля, наверное, это было бы по кайфу смотреть. Без GPS играем? Как мы с тобой там пиздячим навоз с лопатами. GPS. У меня тут такой рок играет классный. А потом, и можно будет с оружием уже этот мужик, который увидит, что он нас пиздит, он с оружием выходит, нам дает пиздюлей. Это все на стриме, а здесь такое нельзя, здесь мужик сразу не дает нам спахать его поле. Ну я, впрочем, могу съездить за яйцами пока что, ты тут делаешь. Ну да, давай. Как бы и нет. Так возьми пикап. Оставь, ну, да, я на нем поеду, тут. Я вот тут остановлюсь. Bitch, 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 you say bitch, why is it?
Привет, Дима, как дела и будет сегодня еще что-то? Толика, спасибо за донейшн. Тыш, а где селку заряжать? Там, где семена у нас тут стоят? Да-да-да, вот где синяя, только там правее. Я думаю, на это поле хватит, а то мы не засеяли 14-е еще. Не-а. А его, наверное, еще и пахать вроде надо будет попозже. А сегодня что-то еще? Я думаю, да, я хотел Watch This вообще начать, но тут фарминг-симулятор вышел. С ребятами. Вышел? Ну, вышел как. Появился он в планах. Я неправильно сказал. И что-то здесь очень все хорошо. Я думаю, чуть позже может что-то другое и будет. Я не могу найти, нашу... Я поеду к курицам и заеду в овощебазу. Круто? А что на овощебазе ты хочешь? Не знаю, ну давай посмотрим, что для овцы надо. Я закуплю ей сено. Я думаю, оно недорогое. Надо посмотреть на бирже, что там по цене на пшеницу. Посмотришь или я доеду и гляну? Как хочешь. Ну я поеду потом. Раду без нас на рыбалку идет. Рыбачить в соло. Он пойдет, лучше бы он с нами на поля. Угу. Че он на поля не хочет работать? Он же может построить нам что-нибудь здесь. Автомастерскую пусть открывает. Как он много яичек. Он май сам РК разбирается. 2, 3 яичка. 4. Чус, мы богаты, у нас 4 яйца. Ну, сегодня на обед тоже яйца, значит. Значит, 5! 5 яиц. Сегодня кому-то достанется еще и добавка. Нихуя. Это будет самому лучшему работнику. Ну вот посмотрим, как ты будешь работать. Тереха сейчас... пишет, что он только пришел. Он не выкупает, о чем я говорю. Правда, не хочет 2К. Ну пусть купит и сделает рефан через 2 часа. Все, изи. Мы так хотели сразу, но мы поняли, что эта игра круче. Терентий не понимает. О, банкомат, смотри, женщина, так только я могу ее убить, но я не буду. Старди Вали, ебать ты летишь по полям, нахуй. Нормально, продано молока. Так, продано, у Настюков на 3К продано, кстати. Содержание скота 0, технику, на технику мы 13К потратили. Там банк по кредиту нас еще не жмет, выплачивает? Ну, нет, еще нет у нас. Еще коллекторы мы... еще не приходили? Да не, мы можем еще взять в кредит 10К. Хуя себе. И потом придут. Понял. Блять, осталось 3% зерна. О, магазин. Яйца. Вот здесь яйца, видимо. Плюс 76. Я продал яйца. Мы заработали. Ну, короче, никто не кушает сегодня. 2% зерна, блять. В смысле? Зерно заканчивается. Я почти все поле, конечно, засеял. А закупить? Нет, закупить, конечно, было бы прекрасно. 1% зерна. Закупай, не ссы, деньги заработаем. 0% зерна. Но я все еще сею, блядь. Все, на ноль. Просто в ноль высеял. Электро на разовой девятке, а? Нет. Неплохо все равно. Яйца продал, получил немножко денег. Изи бризи. Ой, блять, надо же ее поднять, сука. На В. Бензина, кстати, много здесь. То я там, блять, сею нахуй этот. Так, куда вообще ехал? Я уже забыл. Я так поездил с яйцами, это классно было. Я еще хотел его... А, точно. Выбрать семена. Овощебаза. Господи, я туда забыл. Может, купим овечку одну попробуем? Да не надо нам. А, во, вижу. Так, а... Я понял, можно выбирать, какие семена мы хотим купить. Наполнить сеялка. 17%. На самом деле пшеница, бля, по-моему, самая ходовая. Вот, блядь. Что случилось? Я трюк сделал. Так, давай посмотрим. Основа сельхоза. Бля, ну поднимайся, машинка, не болей. Финансы, курс. На мельнице охуенный курс пшеницы сейчас. Да, пшеница самое то засеивать. Хотя есть еще подсолнухи.
Подсолнухи вообще отлично. Горошек просто сумасшедшие деньги. Картоха полное говно. И картоху только в элеваторе в деревне на овощей базе принимают. Град мой участок. Сосед, спасибо за донейшн. Я подумаю об этом. Очень хорошо сейчас по курсу пшеницы уходит. Прям супер. Мне пришлось вернуть автомобиль, Максим. Что сделать? Вернуть автомобиль. Я надеюсь, он у нас где-то появится, потому что он перевернулся и делал трюки. Но я нихуя не мог с ним сделать. Бля, Дим, ну что-то хуёво как-то. Да не, нормально, он где-то здесь должен быть, правильно? Автомобиль. Опустить. Бля, вот он. Все нормально, все нормально. О, еще и яиц соберу. Бля, ну если так можно делать, то я прям залечу курицам. В смысле, как стильный! Курочки, я приехал! Я думаю, вот Катанула, если вы заедете в клуб, дорогая. Вот Канула. Так вот, я даже стол такой не знаю, канула. Цепнете любую курочку. Ну или так, петушка. Ну я сейчас дырки за это самое. Как там сюда пометить место? А ты за то, что тачку вернул, деньги с тебя взяли? Не, вроде бы нет. Вроде бы не взяли. Ну, там оно, типа, откатывает и скидывает на дефолтное место. Я думаю, это для того, чтобы застряло и прочее. Наша селка и побыси. Воу, как же задрифтовало, охуеть. Она стала как будто из камня. Также на тракторе. Силлер, я могу и на тракторе, я могу и на комбайне. Но не буду. Дима, ну надо удобрить так-то. Удобрить, я уже приехал. Где трактор? Где трактор? Кто спиздил трактор? Я тут пока дыры заделаю, понял? Уже еду. Я могу ускорить время, хотя смысл, если можем ускорить, когда второе поле тоже засеем. Ну да, сейчас я отдам работяге. Бля, но не с той стороны. А я пока справку еще почитаю. Сука, ну развернись же, я тебя толкаю в бок. Хуй с ним, я не буду мучаться. Физика это, so realistic. Не буду с ней спорить. Почитай справку удобрения, кстати. Хороший совет. Я, наверное, так и сделал. Да, в натуре почитай. Удобрение. Жидкие удобрения можно купить в большой цистерне или мешке из магазина. Дегистат можно получить, и если добавить силос на биогазовый завод. Это продукция. Лесоводство, животные, дополнительные сведения, еще что есть. Господи, спашка. Сбор кормиплоды, обработка. Нет? А вот, повышение урожайности. Вы можете улучшить будущий урожай с помощью удобрений. Чтобы получить наилучший результат, поле понадобится удобрить до 3 раз, пока посевы не вырастут. Учите, удобрение приносит лишь пользу раз на каждой стадии созревания культуры. Каждое удобрение, применение удобрения увеличит урожайность на 30%. Удобрив все 3 раза, получаете на 90% больше урожая. С паханным плугом приносит 10%. Смысл такой, Дим, что похуй, когда ты удобришь. Главное, успей удобрить. Угу. Ну, а нет, все-таки после. Ну вот этап ответ удобрил, видно. Этап удобрил. Удобрять можно с помощью распределения посевной редька. Служит удобрением, если прикопаете зрелые растения с помощью культиватора. В бункере, кстати, еще есть урожай. Можно его продать изимание. А, у нас типа изначально было немного урожая. Ух ты, здесь моды есть, кстати, в этой игре. Где она? Работяги. А ну, одну секунду. Next поле ваше. Я пока в справку. Ну вот, ребята работают. Я сейчас... Трансляции, обсуждения... Ладно, пойду все-таки. Я пока пойду справочку читну.
Ты полил, Дим? Или уже поливаю, уже начинаю. Давай, погнал. Говном льешь, да? Самым отборным. Понял. Знаешь, этих туалетов на футбольных полях? Охуенно. Охуенно. Вот после матча какие-то два клуба играли. Супер просто. Нам по скидке отдали. После матча. Там 15%, да, здесь не... Или где? 15% у посева. А серьезно, если последние стримы? Рыбалка, фермерство. Охота следующая. Потом строительство. Майнкрафт. Ну, что-то получим, я думаю. Это не навоз, это на... Это... Крейгазм. А что если я вот сюда вот полью? Вот кто не выковырял? Кто не выковырял? Надо теперь... Ждать теперь, все? Да, теперь получается, надо ждать. Я могу ускорить время, а могу... Ну сейчас мы засеем второе поле. А есть еще работяга, кто захочет... Кто второй? Я пойду за овцами, а надо, чтобы кто-то занялся этими. Ладно, я дам еще один на всякий случай слот и пойду за овцой. Кто захочет, зайдет. Николай! Николай, ты хочешь работать? Бля, у меня же залагала игра. Мы взорвемся? Толик Глиномесов. Отличное имя. У нас один работяга, говорит, не хочет работать. Бунтует. Какой не хочет? Кто не хочет работать? Вот этот вот. Смотрит, говорит, поле. Вот, и все, и смотрит. Так а что ему надо делать с ним? Прыгать по нему надо бегать? Не знаю, пиздюлей. Да что делают с теми, кто не работает? Не, ну а что-то хорошо, дай ему работу. Работа. Залазь трактор. Там уже челик сеет один. А это глину месить надо. Сеять каки. Опа, кто-то заходит? Да, Глиномесов. А кто это? Ну, работяга еще. А зачем нам еще работяга? Ну, я думал, этот афокашит. Но ничего, он будет запасным. Блять, тут я сам бы поработал с удовольствием, так тут работы нет. Ну, тебе дадут работу, ты только попроси здесь, все готовы дать начальнику поработать. Ну, не, я понял, ну ладно. Да все нормально, это тактика, я сейчас за овцой просто иду, и мне надо руки. А нахуя овца, что она будет есть? Не знаю, нас. Я разберусь, не волнуйся. Я посмотрю животноводство пока в справке. Я эксперт по уходу за овцами, где они только живут. Где живут овцы? Сука, дайте карту. Овцы. Они живут в другой стране. Блять, не туда нажал. Нет, я хочу ехать на машине. Канализации по центру дороги. Ехать нам совсем чуть-чуть. Пока можно полюбоваться нашей, не знаю, деревенькой. Сейчас мы пойдем на обгон. Сука, блядь. Кто так ездит? Мразь, блядь! Сука, ДТП спровоцирует. Он уезжает, он пытается уехать. Вот уёбок. Дима, а сколько мы аренды платим в день? Блядь, мне такой вопрос. Честно, без понятия. Мы нихуя не платим, потому... Блядь, так куда ты едешь? Остановись. Блядь, Дим, мне тут пишут, что мы по кредитам должны 75 тысяч, или это просто мне так кажется? Ну, с самого начала мы должны тоже дохуя. Мы с самого начала вроде должны там 75, не? Вот говно. Ну мы что, взяли деньги на открытие? У животных всегда должна быть вода, еще нужно чистое пастбище и солома. Ну, это воду правец. Я достану из речки. Солома, господи, у соседа наворую. Правка, блядь, основа сельхоза.
Пилос. Да сука, почему эти заборы не ломаются? Пилос. Что такое сечка? Сечка. Сечка в основном бывает за счет забора кукурузы. Наверное, это шелуха такая. Видимо. Жмых сечку можно сделать из пшеницы, ячменя, рапса и травы. Только приобретать овец, их начинают стричь. Постепенно здесь появляются поддоны с мешками шерсти. Их можно забрать на продажу фронтального погрузчика и отвезти к продине на продажу. Понял. Ну тогда может... Блин, я бы корову завел на самом деле. Потому что около нас будет пастбище, а сюда ехать это такое себе. Коровы. Если хотите, чтобы коровы давали молоко, кормите их своевременно. Коровы едят чем траву, надо? Сено, силос и моносмесь. Я надеюсь, коровы... Траву съедят они, слышишь? 20% травы, 50% корма силоса, либо сена, и 30% питательной еды. Ну, я думаю, нормально. Я вот траву мы найдем, а силос... А трава тут вообще, то есть где угодно, блядь, можно их пасти? Ничего не врубаюсь. Или только на наших участках каких-то можно выпасывать скотину? О, глиномесов уже при деле, прикинь. Да, уже устроился куда-то. Ну что, за коровой тогда? Я просто думаю, за овцу... Ну, можно взять одну овцу посмотреть? Но, блядь, они далеко так. А я хочу глюбоваться на них, просыпаться и видеть корову. А почему я закупаться здесь не могу, простите? Что мне надо сделать, чтобы... Оля рофлит там. Ну вот, тут есть место, где можно, в принципе, выпасть скотину. Да, трава есть. Ну давай коров, а ты знаешь, как переправить? Или ты хочешь прям с заставкой, сука, заказать? Да, хуй его знает, я пытаюсь вот приехать в один магазин с овцами, но что-то мне нас ничего же не кредиторы выебут, Дим. Да зато у нас овцы будут. В очко просто. Мы заменим себя. Кредиторы. Оденем коров в костюмы, да, и скажем, что это они, это мы, да? Да. Мы заменим себя. Так, подожди, мне надо сюда ехать. Чтобы приехать домой. Чувак, силос вообще то, что нужно, блядь. Но для этого нужно засеять кукурузы. Ну, засеем кукурузу на второе поле. В чем проблема? Это глиномесов, блядь, перестал работать. Ой-ой-ой. Ты сразу меня заработал. Блядь, врезался в столб, но ничего не происходит. Все нормально. Одно поле мы засеяли, шикарное. Давай второй кукурузой тогда, чтобы было... А второе еда. Уже тоже сеют. Чем? Зерном. То же самое? Да, пшеницей. А нахуя то же самое? Все-таки два поля. Да, блядь, ну что происходит? О, здесь есть вода. А как подогнать животине? Ты знаешь вообще? Не знаю, сейчас разберемся. Как воду ей подогнать? Ну, если что, я в ладошках. Уход. А скажи, называется поить и менять подстилку с помощью выдувателя соломы. Слышишь, за ним им еще нужно подстилку их. Меня где лежать будут? Перевозка. Это уход. Коровы или, не знаю, дети какие-то, за которыми надо этой подстилки. Если хотите, чтобы коровы давали молоко, кормите их своевременно. Коровы едят траву, сено, силос и моносмесь. Удои лучше всего, если кормить моносмесью. Чтобы знать, как ее правильно кормить, сверьте с детальным описанием. Ну это я понял. Навозная жижа. Сытые коровы дают не только молоко, но у нас есть молочный робот. Но еще и навозную жижу приятного семфита, которую необходимо собирать в специальную цистерну или яму. Бля, навоз. Кто столько... Благодаря соломенной подстилке в коровнике вы получаете необходимый для фермы навоз. Навоз можно использовать в качестве удобрения на поле для повышения доходности теплиц. Короче, корова 5 косарей стоит. Берем? Одну давай для начала. Давай, проверим. Купил. Она с доставкой на дом, она уже приехала? Или ты ее будешь вести? Плата 150 баксов. Ну, я не могу вести, у нас нету никакой. Но это дешевле. Купить за 5 150. Ну, 150 баксов тебе большие деньги, я думаю, аренда больше выйдет. Аренда коров? Да. Что? Аренда машины для того, чтобы отвезти корову. Ну и где наша корова? Где корова? Муму. Муму, блядь. Ты заказал доставку или нет? Да, заказал, но как ее привезут, мне интересно. Я уже запотратил деньги, заказал доставку и оплатил доставку. Открыть меню животных. Перекупщик животных. Корова. Одна корова на ферме. Где она? Она блядь, играет написано. С нами в прятки? Написано, что она где-то тут. Вон она уже нахуй ест траву, блядь. Чипоть, вижу. Ебать. А ну сфотографируй меня, типа, блядь, типа Родео. А ну давай ща.
Фоткайте. Чатик, фоткайте. Типа Родео. Охуенно. Дразни ее, достань красную тряпку. У, сука, у, блядь. Ебать, на дерево от нее такое. На дерево прыгает. Такой, нахуй, отстань, Дима, убери ее. Дима, блядь, не страшно. Все, не бойся, не бойся, она дружелюбная. Да ну ее. Бля, какая корова. Она еще кричит на крову, она недовольная. Может, она выебывается?